Жители Одинцовского округа могут выбрать дворовые территории для благоустройства в 2022 году. Голосование началось 28 июля на портале «Добродел». В этом году в муниципалитете будет комплексно благоустроено 22 дворовые территории. Для голосования доступно 159 адресов, сообщил заместитель главы администрации округа Михаил Каратаев и призвал всех неравнодушных граждан подключаться к процессу выбора. Голосование на «Доброделе» продлится до 11 августа.